Ну, заставлять себя тренироваться точно не надо. Если человеку приходится для тренировки заставлять себя пойти, да, там, на тренировку, то такое вот настроение, да, что заставлять себя, то эффективности тренировки, ну, не будет. Никакой не будет эффективности тренировки. Я пришел к выводу, что самая эффективная тренировка, когда ты от тренировки кайфуешь, да, когда ты получаешь удовольствие от самого процесса тренировочного. Вот тогда, да, тогда крутой эффект будет. А если как, вот знаете, бывает такое, вот у тебя день, ну, такой вот, ну неохота тренироваться, вообще неохота идти на тренировку, просто опустошенный ты. Но у тебя по графику стоит сегодня тренировочный день. Ну вот идешь ты на эту тренировку, ты не получаешь ни удовольствия, ни эмоций, ни результат не будет на этой тренировке. Ну смысл тратить вот этот день? Смысл тратить? Тебе организм сам подсказывает, что сегодня не стоит тренироваться. Сегодня не стоит. Зачем тогда идти, свой организм, получается, подавлять? Ты лучше пойди на следующий день. Если на следующий день будет такая же ситуация, да, с настроением, там, еще на следующий. Ну, если у тебя уже длится, да, такое, что у тебя нет настроения на тренировку, что тебе как-то себя надо заставлять, так просто отдохни недельку. Просто отдохни недельку, ты соскучишься по тренировкам, да, ты соскучишься по тренировкам, и у тебя тренировки опять начнутся такие вот, когда кайфуешь, когда на кураже тренируешься, вот это вот ощущение, когда кайфовое от тренировки, вот это вот ощущение кайфовое.